Детский сад номер 24 города Орла. На конкурс дети читают стихи. Тимофей Белозеров. Поздравление дедушку к 9 мая. Читает Верижников Матвей Андреевич. Поздравляю дедушку с праздником Победы. Это даже хорошо, что на ней он не был. Был тогда, как я сейчас, маленького роста. Хоть не видел он врага, ненавидел просто. Он работал, как большой, за горбушку хлеба. Приближал победы день, хоть бойцом и не был. Стойко все лишения снес, расплатившись детством, чтобы в мире жил и рос внук его чудесно. Чтоб достатки и любви наслаждался жизнью, чтоб не видел я войны, дед мой спас отчизну.